Мир вам и вашему дому, дорогие братья, сестры, дорогие мои подписчики. Вот из-за карантина очень долго ждали, наши доски пришли, все 6-метровые. Здесь есть 100 на 100, 100 на 50, 100 на 25. Вот половина здесь. Это чуточку отход появилось. И тот брат, который продает доски, сказал, посчитайте, и мы еще вернем. Сейчас покажу, еще там поставили друг на друга доски. Вот здесь тоже это все 100 на 25. Все это мы собрали здесь, они чуточку высушатся и будем использовать их. Сейчас я вам еще покажу то, что там живет наш лук в двух полках. И пару советов дам вам по поводу того, как можно лука сажать, что товарный вид был, что на рынке можно было его продавать. Вот наш лук, этому луку уже сколько? 12 дней. И он вырос вот настолько. И вот совет, который я вам хочу давать. Вот посмотрите, кончики вот лука, вот сейчас одного покажу, посмотрите, такой некрасивый вид имеет. Это из-за того, что мы резали лука. Многие говорят, надо резать на 50%, на 10%, на 30%. В дальнейшем буду сажать. Буду резать всего лишь 3 или 4%, потому что вот посмотрите, как-то не товарный вид. Вот там еще чуточку мы вышли, но в дальнейшем будем не резать. Резать не будем. Вот это тоже можно продавать, но дело в том, что даже стыдно за него какой-то нормальный деньги спросить у клиента. Доски все соберем в один место. Вот сейчас я вам покажу то, что какие еще доски будем использовать, потому что мы рассчитывали быстрее в течение 10 дней построить. Но дело в том, что в течение 10 дней тоже построим его. А дело в том, что так как вы все знаете, сейчас до 1 числа, ну до 30 апреля, и еще дальше никто не знает, то что может быть продолжится этот карантин или нет, этого мы не знаем. Просто сейчас построить и сажать лук, и не зная, куда его девать, ну, кому продавать, это тоже не дело. Поэтому мы не спешим, потому что даже на рынках, когда заходишь, там один уголок 50 на 50 был 8 рублей, 12 рублей максимум, а сейчас 25 или 30 рублей. Это тоже не вариант. Так что деньги не будем бросать на ветер, так как мы стараемся, чтобы иметь какой-то доход. Поэтому не спешим, так как поликарбонат тоже десятка будем использовать. Десятка. Ну, будем стараться, чтобы десятка была. Многие советуют, что шестерка или восьмерка использовать тоже нормально будет. Но дело в том, что раньше они были... Ну, в интернет-магазинах по 5700, 5800, а сейчас больше 8 или 9 тысяч. Один 12-метровый, а 12 метров это длина, а ширина 2 на 10. А наша теплица будет 7
на 12. Так что нам понадобится ровно 8 штук поликарбоната. Ну, сейчас ищу, чтобы по нормальной цене найти. Но как найдем? Если не найдем, то придется покупать хоть дорого. Но по максимуму буду искать, чтобы найти подешевле. А так, чуть попозже, может быть в этом ролике или в следующем, после этого ролика, я еще вам покажу то, что мы как строим с отходов досок, которые я вам показал, вам тот раз, как строим и выравниваем земля. Ждите следующего ролика и посмотрите, как строим ту теплицу для помидоров, огурцов и многих других культур-мультур. Увидите в следующем ролике. Может быть, у вас появляется вопрос, то что почему вот 6-метровый, но я считаю их отходом. Почему? Потому что их невозможно использовать в построении доски, в построении полки, то есть. Вот посмотрите, вот одного пример приведу, вот здесь все нормально, все квадрат идет, но самый конец, посмотрите, уже здесь, вот, посмотрите, здесь уже невозможно гвозд забить, потому что гвозд уже испортит вот эту доску, поэтому все это мы считаем отход. И скажем тому брату, что сколько у нас отход появился. И в дальнейшем с вашим советом, как вы скажете, одного дня в неделю, с вашими советами, может быть суббота или воскресенье, выберу и буду отвечать на все ваши вопросы, которые вы будете писать у нас в комментариях. Так что напишите свои вопросы, коротко отвечу. Но в конце недели, каждой недели один раз отвечу на все ваши вопросы. Каждой недели один раз. Удачи всем вам, дорогие братья, сестры, дорогие подписчики.